Мы помним о том, что анонсируется акция, называется «Полдень против Путина» во время выборов, третий день выборов. Оппозиция призывает прийти людей и проголосовать против действующего президента Российской Федерации. И, кстати, ранее эту акцию поддержал и Алексей Навальный, призывая своих сторонников, собственно, не игнорировать, а появиться на избирательных участках. Как вы считаете, Ростислав, в связи с этим, можем ли мы увидеть какое-то большее количество людей, которые хотят, ну, тоже поддержать и слова Навального в каком-то смысле, и проявить таким образом протест. И как вы считаете, будет ли он безопасный для людей? Безопасным он не будет. Люди, безусловно, придут на эту акцию, откликнутся. И я здесь хотел вам еще напомнить, что здесь основная идея это заключается не в том, чтобы проголосовать против Путина, потому что Путин, конечно, сфальсифицирует результаты выборов и нарисует в протоколах, сколько ему нравится, там 146% или 1146%, это дело десятое. Но важность этого мероприятия, на самом деле, вот посмотрите, Ходорковский, например, призывает своих сторонников прийти в 12 часов и написать вообще Навальный на бюллетене, сфотографировать это и выложить. Соответственно, ну, понятно, что это с риском делается, и можно это делать инкогнито, что называется, да? Я думаю, получим следующую ситуацию. Действительно, людей будет много. И самое важное, что будет показывать эта акция. Еще раз, неважно, за кого они проголосуют, если они придут в одно и то же время, весь мир увидит, как много в России людей, которые голосовали против Путина, которые выступают против войны и против этого преступного режима, который убивает собственных заложников в собственных тюрьмах. Поэтому вот я думаю, что в этом смысле акция, конечно, можно сказать, обречена на успех, поскольку действительно под тем сигналом, который из России приходит, очень большое количество людей собиралось на эту акцию. И после этого чудовищного преступления очередного путинского, конечно, еще больше людей на это мероприятие придут, потому что они уже понимают, что все, уже швах, дальше уже идти некуда. И, соответственно, по поводу безопасности, вы знаете, я думаю, что здесь, конечно, будет дуболомство со стороны властей. Они будут пытаться вычленять активистов, которые придут туда с какой-либо символикой или как-то будут показывать свою принадлежность к оппозиционным силам. Ну и, соответственно, да, могут быть провокации, могут быть какие-то силовые действия, неприятные для участников. Но, вы знаете, это же может спровоцировать и обратную реакцию, потому что когда-то на каком-то этапе, мы с вами уже тоже это обсуждали сегодня, у людей заканчивается страх, и они прекращают думать о том, что вот у меня безопасность, семья, ипотека и так далее. Ну вот, и начинают просто уже наливаются глаза кровью и начинают крушить и идти куда-то в сторону Кремля. Да? Вот. И если вдруг начнется подобный процесс, то самое интересное, что вот эти вот все бравые вояки, которые так героически скручивают вот студенток, да, либералок, и тащат их там в автозаке. А они же разбегутся все от реально агрессивной толпы, от людей, которые будут решительно настроены. Они не будут биться за этот режим, потому что на самом деле, мы тоже сегодня это обсуждали с одним из коллег, нету в России такой прям единой элиты вокруг Путина. Нету людей, которые безоговорочно в него верят. Но очень многие понимают, что то, что Путин делает, это идиотизм чистой воды и мерзость и преступление. Соответственно, когда начнется что-то, они просто тихо уйдут в сторону, понимая, что история, конечно же, даст самую негативную оценку вот этим всем событиям. И все равно, в любом случае, человек не захочет рисковать после перемен оказаться где-нибудь на обочине. И поэтому тихонечко все по кустам разбегутся, а очередной какой-нибудь условный пригожинский марш на Москву закончится, безусловно, триумфом такого марширующего. И вот этот триумф мы увидим, либо мы увидим внутриэлитарный заговор, после которого власть Путина сменится на какую-либо другую, а любая другая власть будет, конечно же, лучше. Ну, конечно же, власть это чувствует, боится и, судя по всему, предпримет какие-то меры в случае, если ситуация выйдет из-под контроля силовиков. Вот распространяется информация, что уже там скоро в России начнутся тренировочные отключения ряда мессенджеров и Ютуба, которые могут произойти уже в ближайшие 10 дней. Ожидаете ли вы такого? Ну, конечно, мы это ожидаем и обсуждаем часто, на какие мессенджеры, в случае чего, переходить с нашими российскими контактерами. Но, вы знаете, здесь все-таки, конечно, надо вспомнить, как они пытались заблокировать Телеграм.
Напомните же, да, песню Noize MC в недозаблокированной телеге, да, и, собственно, вот недозаблокированными будут все остальные мессенджеры, потому что руки у них ставлены не тем концом, да и к тому же при героической своей борьбе с чем угодно, они сначала набивают свои карманы, а потом уже делают на оставшиеся 3 копейки какую-то работу, поручив ее какому-нибудь студенту, знаете, вот я думаю, что примерно так же будет и в этой ситуации, поэтому я не верю в то, что Россия сможет успешно преодолеть вот те препятствия, которые создавались создателями этих мессенджеров, поскольку создавали их талантливые люди, создавали их в рынке свободном, том самом, к которому так стремилась Украина и куда пытается не пустить ее Путин. Соответственно, эти люди талантливые, и они, естественно, талантливее, чем те, кто им противостоит в России, поскольку противостоят им воры, коррупционеры, попавшие на свои высокие должности по блату, я, во многом случайно и совершенно не обладая никакими компетенциями. Поэтому мы посмотрим, кто кого. Но моя ставка, конечно, не на Кремль в этой ситуации. Да, и также вот как это событие, смерть Навального, влияет в целом на политическую ситуацию не только в России, конечно же, а вот в Соединенных Штатах, о чем я. Несколько представителей демократической партии на фоне, реагируя на сообщение о смерти российского оппозиционера Навального, призвали одобрить пакет дополнительной помощи Украине. Они говорят о том, что если члены палаты представителей, которые блокируют помощь Украине, могут наслаждаться еще одним «дай пять» Путину, который только что убил своего самого громкого и заметного критика. То есть это неприемлемо. Конечно же, как вы считаете, вот может быть так, что это событие, к сожалению, подтолкнет Запад больше помогать Украине и проголосовать тоже за пакет помощи для нас? Вы знаете, вы прямо, что называется, с языка сняли, поскольку я вот буквально несколько минут назад записал, чтобы не забыть этот вопрос поднять вот в этой беседе с вами, потому что, конечно, один из действительно действенных механизмов остановки господина Путина – это помощь Украине, поскольку, ну, здесь вот есть непосредственные события, которые происходят на линии фронта, и, соответственно, любое поражение Путина – это, безусловно, победа всего остального цивилизованного мира и, на самом деле, победа и тех россиян, которые выступают с цивилизованных позиций, а таковых становится все больше и больше. Я могу вам привести пример. К сожалению, приходится по работе беседовать с теми людьми, которые в России носят погоны. И один из таких людей недавно мне в разговоре сказал, что да, действительно, это ужасная ошибка. Да, действительно, не оказалось там никаких укронацистов, что мы воюем с мирными, хорошими людьми. Но, говорит мне он, мы теперь не должны же проигрывать, потому что вот это поставит крест на стране навсегда там, и так далее. На самом деле, вот наша задача с вами, в том числе вот на таких стримах, этим людям объяснять, что нет, на самом деле это не так, что поражение Путина – это победа России на самом деле. И я вот сейчас выступаю не как предатель, а как патриот, на самом деле, своей стороны России. У меня, к сожалению или к счастью, российский паспорт красный. И, соответственно, я хочу сказать, что если страна станет демократической, если там прогонят всех этих воров, которые ежедневно только на продаже нефти забирают ренту Путин с Тимченко по 50 миллионов долларов каждый, понимаете? Если вот эти все деньги, да, конечно, сначала надо будет расплатиться за то безобразие, которое учинено уже не в одной даже соседней стране, и, соответственно, а после этого эта стране все равно останется на развитии, и все там будет в порядке, поэтому они не должны этого бояться. И, соответственно, ну вот давайте попробуем на нашем вот идеологическом фронте эту работу в этом ключе провести. Да, конечно, Ростислав. И не могу вас не спросить, вот появляются слухи, или, может быть, даже журналистам уже удалось подтвердить эту информацию, но пока выглядят как слухи, что, мол, Путин пока обеспокоен своей личной жизнью больше на фоне всех этих событий. Якобы у него появилась новая пассия. Это глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Об этом пишет британское издание The Mirror, ссылаясь на свои источники. А Мизулина, напомню, моложе Путина на 32 года и выступает за цензуру в российском сегменте интернета, инициируя санкции и штрафы для российских СМИ. Как вы считаете, может ли быть это правда, и почему сейчас всплыла эта информация, тоже интересно. Ну, газета The Mirror, конечно, это тот еще источник, поэтому все-таки не будем безоговорочно верить в такие сообщения. Но, честно говоря, вы знаете, на фоне всего того, что происходит в России сегодня, вот у нас, вот в этом медийном, политическом, экспертном сообществе такое опустошение царит, что, вот, честно, настолько без разницы, с кем там Путин проводит
проводить свой досуг с девочками, с мальчиками, с бабушками, с кем угодно, а лишь бы скорее бы Тромб подошел и у него там куда надо, да, в какие нужные места. Поэтому я думаю, что это разговоры досужие, которые просто созданы для того, чтобы кто-то получил свой кликбейт, чтобы набрался и просмотры. Ну, а нам с вами, мне кажется, есть более какие-то важные, интересные темы, необходимость пообсуждать. И да, Путин ведет достаточно беспорядочную свою половую жизнь, и его личная жизнь является секретом за семью печатями каждый раз. Но, честно говоря, вот сегодня, ну, как-то неинтересно даже мне вот это вот выяснять и собирать какие-то инсайды там по кремлевским коридорам. Лучше я какие-нибудь другие инсайды, честно говоря, пособираю. Да, главное, чтобы наше внимание было не отвлечено от более важных действительно событий, за которыми мы следим каждый день. Спасибо вам огромное, Ростислав, за этот разговор. Ростислав Мурзагулов, письменник, публіцист та громадський діяч, був на зв'язку з нами. Друзі, нагадую, лайкайте наше інтерв'ю, щоб його побачили якомога більше людей, і обов'язково перевірте підписку на YouTube-канал «Сейчас». Спасибі, до зустрічі.